Բարի լույս, սիրելի հետևորդներ, կարճ դադար էր, ոչ մի վիդեո չէի գցում, բայց փորձեմ արդարացնել, գտնվում ենք Զվարթնոց օդանավակայանում, մեկնում եմ Շարմ էլ Շեյխ, հետևեք ալիքին և շատ հետաքրքիր վայրեր եմ այցելելու, կհանդիպենք. Երկար սպասելուց վերջապես նստում ենք Սամելյոտ, մեզ բարի թղիշկ, ձեզ բարի դիտում։
gentlemen, welcome to San Jose International Airport. Flight time is 8:35 a.m. and the weather temperature outside the cabin 20 degrees. For your safety and your comfort, please remain seated with your seatbelt fastened until. Համոզնին անցանք վարիաջով, ողջունում եմ Եգիպտոսի Շարմը Շեյխ քաղաքից, ովքեր այդ քարտ են հատուկ լրացնում, մենք լրացրեցինք, ովքեր չգիտեն, պետք է ստեղ գումարով լրացնում են. Ստեղ քարտեր են ծախում, կարող եք եկելու, մենք Vodafone ենք եկելու, ավտոբուսները դուսը սպասում են. 38 համարի ավտոբուսնամերը չէ, քամիկը տեն շատ շոգ չի, ասեմ հունիսի 4-ն է, լավ կանդիցիոներով հով ավտոբուսով եկել ենք, սպասում ենք, որ գնանք հյուրանոց, այրոպորտից դիմավորում են։ У нас в Радамизе идет человек. Идет человек в одну столицу с Радамиза. Где? Ребята, а там. Вот, доброе утро, Ахтерна. Вот так, окей. На второй отель у нас Шарме Гранди Блаза. Это наша группа. А где ваша крутой? Вот сюда. Третий отель у нас будет Эрбатрус Лагуна Виста. У нас 8 человек Лагуна Виста. Замечательно. Потом у нас еще Штайген. Казар. Последний отель у нас Парсель Иран. Замечательно. Так, уважаемые гости, пожалуйста, я прошу ваше внимание. На первую очередь всем переведите ваши часы на местном времени. Сейчас у нас время в Египте 10:27. Пожалуйста, все переверяйте ваши телефоны. Все ваши мероприятия в Египте будут до местного времени. Уважаемые гости, пожалуйста, я прошу внимания, все ваши мероприятия в Египте будут на местном времени. Завтрак, обед, ужин, обратно вылет, отправление с курсу. И самое главное, и важное, и нужное, и должны ваши встречи с отельным видом. Важно, и нужно, и должны. Вы должны встречаться с видом. Вам нужно встречаться с видом. Почему? Зачем? На чего нам вид? Сейчас я вам быстрее все объясню. Уважаемый гость, недавно у нас есть в соседней стороне война в Иерусалиме. Это оттуда туда приблизительно 10-12 часов. К нам приезжали очень много молодых русских ребят. В Шарм-эль-Шейх они жили. Нелегально, не официально. За это наше государство страдает. Очень много. Что они делают, что наше государство страдает? Они много занимаются, которые нелегально. С курсом забирают туриста, отправляют в кавычки, продают туристы наркотики, заберут такси, как узбеки, каиры туда и обратно. За это очень много туристов страдает. Клянусь Богом, недавно у нас женщина из Казахстана купила через них экскурсии, меньше, чем у нас 5 долларов. Она заплатила 12 тысяч долларов полиция, потому что ее ребенок сделает аварию. У нас ребенок на квадроцикле катается меньше, чем 18 лет, только с родителями. Он 10 лет, они ему дали самостоятельно. А он побыстрее летит, и братца двое, больница лежит 3 месяца. Поэтому, пожалуйста, ваша встреча с гидом очень нужна. Во-первых, он будет нам объяснить всю нашу закон, который находится на территории Шарм-эль-Шейха. Во-вторых, и это самое нужное и важное, делит для вас регистрация на территории Шарм-эль-Шейх или обратно билетом.
У нас в Шарм-эль-Шейх два разных регистрации. Регистрация вместе с экскурсионной программой, регистрация без экскурсии программы. Разница в чем, когда вы с нами доедете на экскурсии. Не дай Бог, что случится, мы за вами прямой отвечаем. А если вы с нами никуда не поедете, извините, мы за вами не отвечаем. Даже если SkyTour нам позвонит, мы скажем спасибо, трубка оставим. Хорошо? Окей. Поэтому регистрация, ответственность, страховая полис. Тут же часто у нас Армения прилетает без страховок. Поэтому в очищении ваша экскурсионная программа у нас страховка входит на стоимость экскурса. Мы обновляем для вас страховая полис бесплатно. Хотите в Каира? Хотите в Луксора? Виза у вас нет? Мы сделаем для вас визу. У кого виза есть, мы обновляем для вас новую регистрацию вместе с визой. Хотите на яхте? Дайвинг и майвинг? У нас их все есть. А бесплатно, индивидуально, в средний, экономный, у нас XU есть. Все идет на ваше бюджета. Есть средняя цена, есть ниже цена, есть выше цена. Как вы хотите, вы найдете. Хотите индивидуально, тоже вы найдете индивидуально. Катание на квадроцикле, у нас XU есть 40 различных экскурсий. Но которые из них бывают и 2-3 раза в неделю. Даже есть разные экскурсии, которые бывают только один раз в неделю. Договорились? На бассейн. На пляже, интернет, есть очень много ребят, которые продают туры. Дешевле, чем нас, я согласен с вами. Ну, опасно. Без страховки. Обман есть очень много. Договорились? Поэтому, пожалуйста, долго встречи с вашим отельным гидом, подпись никому не оставляйте, кроме ресепшн, только на заселение. Номер комнаты, когда вы отдыхаете на бассейне или на пляже, к нам идет человек-красавчик. Меня зовут Мухаммад, но мне можно позовите Иван. Красавчик, я Арман. Что ты хочешь? Я вас предлагаю массаж бесплатно на 15 минут. Идем, проверяем, делаем, уже снова, час-два часа. Ладно, 100 долларов. На чего ты сказал бесплатно? 15 минут. То есть здесь лежит уже час. Деньги нужны. Решает вопрос либо с гидом, либо с полицией. А гида ты скажешь, извините, это не моя проблема. Поэтому полиция самостоятельно все решает. Договорились? Поэтому, пожалуйста, номер комнаты никому не говорите. Мы никому не слышим, мы не разговариваем. Даже мы не понимаем на русском. Слава Богу, здесь у вас никто не говорит на армянский язык. Поэтому мы не встречаемся, кто будет говорить на армянский. Хорошо? Дальше. Поэтому, пожалуйста, уважаемые, на встрече с гидом обязательно возьмите с собой паспорта, ваша обратная билет, ваучер, попросите ресепшн делить на вас копии на ваучер, потому что у вас только одна бумажка ваучер, ресепшн заберет. Когда ресепшн заберет, скажите, пожалуйста, сразу, берите меня копии, меня нужны. Обязательно, пожалуйста, копии ваучер оставляйте с собой для встречи с гидом. Хорошо? Насколько у вас будет встреча с гидом, сейчас, пожалуйста, всем достаньте ручки и бумажки, напишите со мной, или можно завести будильник мобильного телефона, чтобы вы не потеряете вашу встречу с гидом. Так, у нас отдыхающий Эльбатрос Лагуна Виста Бича. Эльбатрос Лагуна где? У нас сегодня в 19.00. Сегодня в 19.00 ваш гид зовут Ахмед. Пожалуйста, отель не принимает один допуск на билет для всех. Нам нужна вся семья. Даже маленький ребенок один год. Обязательно, пожалуйста, вся семья. Отель не принимает и не будет принимать один допуск на билет для всех. Все семья обязательно. У нас Эльбатрос Лагуна Виста 8 человек. Раз, два, три, четыре. Пять из взрослых, три детей. Вы все вместе один группа, да? Вы один группа вместе или разные? У вас сколько человек? 6 человек. Сколько взрослых, сколько детей? Обязательно все. А вы тоже Лагуна? Даже лучше мы вдвоем. Хорошо? Сегодня в 19.00 на холле ваша ресепшн. Все семья, все документы с собой. Договорились? Хорошо. На второй отель у нас Парселу Тиран. У нас 10 человек. Парселу где? Парселу Тиран. Замечательно. У вас завтра утро 9.15. Завтра в 9.15. Ваш гид зовут Фуад. Фуад, да. 9.15. Гид зовут Фуад. Как мы будем узнать Фуад? Вообще легко. Шкаф большой. Динозавр. Халк. Это Фуад. Он очень добрый. Хорошо? Окей. Так.
Риксус, Радамиз, отдыхающий Радамиза где? Радамиз, Риксус, пожалуйста, завтра на хули ресепшн, отдыхайте, пожалуйста, уважаемые, на месте. Завтра на хули ресепшн в 9:00. Еще рано, уважаемые, еще рано. Не торопись. Можно продаем. Даже если 2-3 штука по 1 доллар, но он все равно хочет продать это. Вы заберете 30-20-15 килограмм. И думаю, парапортка, к сожалению, такой вес запрещено. Поэтому заберете всех и отдам вам только 2 или 3 килограмма. И здесь кушайте, как вы хотите, заберите с собой и 2 рыбы. Запрещено брать с собой пусуки с моря. Запрещено брать с собой камень с моря, коралловый риф. Такие, что касается моря, запрещено ходить за сторонами. Хорошо? Конечно, эта информация вы не узнали. Если вы не слушали, вы бы покупили туда, и уже потеряете 20 или 30 долларов за ничего. Хорошо, уважаемые? Остальных информация, подробности вы узнаете завтра через мой коллега, который будет с вами встречаться в каждом отеле, в выборе, который я вам говорю. Так, насчет нашего отеля, быстро я вас напоминаю, мы заберем паспорта, отдаем ресепшонисты, ваучер, заберем копии, получим номера. Заселение у нас в 14:00, это международная система. Что мы будем до 14:00, освободим номера, оставить сори багаж у номера охранения, возьмем наши вещи, можно менять в туалет и будем звать бассейн или море без никаких проблем. До этого времени мы заберем наши номера. Когда мы будем в номерах, проверяйте, что номера все в порядке. Если у вас были какие-то проблемы, любые вопросы, сразу, когда вы встречаетесь с гидом, к нему обратите внимание, скажите, какие проблемы у вас есть в номерах, по-любому он будет для вас это все вопрос решать. Хорошо? На данный момент есть какие вопросы, могу вас ответить? You have a meeting tomorrow, with what? It's going to be in the reception. 9:15. Our hotel guide, he will never ever be in the swimming pool, or in the beach, or in the bar, anywhere. Just in the reception. Okay? Уважаемые гости, наш гид будет всегда только на ресепшн. Он никогда не будет на бассейн или на пляже. У нас наша гида и будет всегда одеваться в униформу жюстура. Если кто вам подходит, говорит, Армения, скайтур, жюстур без униформа, он обманывает. Договорились? Хорошо. Желаю вам хорошего отдыха и приятного вам загара. Спасибо. Thank you.
բարձելած իրանացում էր, հանրամասն կանրադառնանք դեռ։